Вот и прозвенел последний звонок. 23 мая для выпускников гимназии номер 8 станет памятной датой. Бывшие ученики, одетые в красивые наряды, обнимались и радовались тому, что переходят на новую ступень образования. В Сочи же во взрослую жизнь вступают более 2500 человек. И дальше они будут продолжать учиться уже в высших учебных заведениях. Это важное событие в их жизни, которое означает окончание одного этапа и начало нового. Выпускников ждет счастливая большая жизнь. Вот. А в ближайшей перспективе, уже послезавтра, девятиклассники начнут сдавать. И через несколько дней уже 11 класс начинают сдавать экзамены. Закончат они все в середине июня. Вот. И поэтому я надеюсь, что это последняя 100-метровка. Эти экзамены 9 и 10 класса пройдут успешно для наших выпускников. Для многих учеников этот день станет запоминающимся событием на всю жизнь. Они смогут почувствовать гордость за свои достижения и благодарность к учителям и родителям, которые помогали им в их учебном пути. Выпускники спешат навстречу своему будущему, оставляя родную школу, делают шаг во взрослую жизнь. Я хочу пожелать своим друзьям, чтобы они просто жили на максимум, ну, конечно, по закону соблюдали, просто радовались жизни и были счастливы. Я хочу пожелать, чтобы в жизни было все хорошо, добивались своих целей и радовали родителей. Я желаю всем 11-классникам сдать ЕГЭ, поступить в такие вузы, в какие они хотят, обязательно найти свой путь в жизни и, конечно, быть счастливыми. Теперь их ждет пора экзаменов. В этом году ОГЭ для выпускников 9 классов стартует уже 24 мая. Первыми сдают историю, физику и биологию. А 11-классники 26 мая напишут ЕГЭ по географии, литературе и химии. Экзаменационный период у всех выпускников продлится до 1 июля.